Группа юных железногорцев примут участие в проекте «NewKids-2014». На этой неделе стали известны имена победителей отборочных туров международного творческого проекта, название которого можно перевести как «Атомные детки». Всего в проекте примут участие 56 детей из российских атомных городов, в том числе дети работников горно-химического комбината Полина Дудина и Максим Казаков. Полина в проекте примет участие впервые, а вот Максим уже участвовал в «Nuclear Kids» в 2012. Напомним, кастинг для детей работников атомной промышленности проходил 9 апреля в Красноярске в информационном центре атомной отрасли. В отборочном туре приняло участие около 30 детей из Железногорска и Зеленогорска. По результатам конкурсных отборов в проект попали двое ребят из Железногорска и двое из Зеленогорска. Проекту «Росатома Nuclear Kids» уже 6-й год, и каждый сезон дети работников предприятия атомной отрасли от 11 до 16 лет собираются вместе, чтобы участвовать в постановке профессионального спектакля. В этом году на участие в проект поступило 600 заявок из атомных городов Российской Федерации и Евросоюза. В финал проекта попали 56 детей из России и 30 из других стран. Международный детский творческий проект «NuKids-2014» пройдет с 5 июля по 17 августа. Подготовительный период будет проходить на территории Ленинградской области в одном из пансионатов на берегу Финского залива. А далее предусмотрены гастроли в России и других странах.